культурном центре ЗИЛ лекция «Архитектура Дворца Советов». Ради этого грандиозного проекта был взорван храм Христа Спасителя. Однако огромный дом-город так и не был построен. Слушатели узнают, откуда в проекте 1930-х годов двери на фотоэлементах и лифты будущего. Какой пропагандистской кампанией было окружено строительство самого крупного на тот момент здания в мире. Где в Москве до сих пор можно увидеть тени так и не построенного дворца. В библиотеке киноискусства имени Эйзенштейна продолжается показ фильмов к 400-летию дома Романовых. На этот раз вниманию зрителей представляют историческую драму «Сонум белых княжен» режиссера Николая Буховича. Также в рамках вечера пройдет презентация книги Станислава Думина «История коронации». Театральный музей имени Бахрушина представляет выставку «Отчего люди не летают» к 190-летнему юбилею со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского. Экспозиция воссоздает среду обитания героини Островского, уголок комнаты Катерины и Ларисы, гримировальная уборная актрис Негиной и Кручининой. На выставке использованы материалы из фондов Театрального музея имени Бахрушина, фото и афиши, эскизы костюмов и декораций, театральный реквизит и личные вещи актрис отечественного театра.